Вот наше восхождение по такой лесенке. Вот впереди там пробковый дуб, 100-летний, наверное, может быть и больше. Вот оттуда мы пришли. По пути вот упавшее дерево маклюры, но почему-то мы ни одного яблочка не увидели. Видимо, все скатились вниз дороги. Там вот внизу дорога, по которой мы в лес ходили. Вон, просвечивает чуть-чуть. Идем на смотровую площадку. Таня уже поднялась.